В Азербайджане зарегистрировано 332 новых факта заражения COVID-19. По сообщению оперативного штаба при Кабинете министров, 897 человек выздоровели. Жизни 12 врачам спасти не удалось. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 96 миллионов человек. Более 2 миллионов скончались. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Калифорния стала первым штатом США, где число подтвержденных случаев заражения превысило 3 миллиона. Всего в этой стране выявлено более 24 миллионов случаев. Скончались почти 400 тысяч граждан. По обоим показателям США занимает первое место в мире. В Европе на втором месте по уровню смертности – Италия, более 600 умерших за сутки. Власти страны говорят о новой фазе активного распространения коронавируса. На прошлой неделе было объявлено, что карантинные меры и запрет на передвижение между регионами действуют минимум до 15 февраля, а ночной комендантский час – до 5 марта. В России обсуждается введение ковид-паспортов. Однако большинство граждан этой страны заявили, что выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. В Китае уже неделю подряд регистрируют более 100 смертей ежедневно. Это самые высокие показатели с марта прошлого года. В Великобритании новый антирекорд – более 1600 умерших за сутки. На прошлой неделе в королевстве фиксировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения – 165 смертей на каждые 10 миллионов человек. Наргиз Селимханова, CBC.